Королева Елизавета II и принц Филипп приняли участие в фотосессии, приуроченной к своей благородной свадьбе. Уже завтра монаршая чета отметит 70-летие со дня бракосочетания. Съемка состоялась в белой гостиной Виндзорского замка. Королева надела кремовое платье и золотую брошь с рубинами и бриллиантами. Она получила ее в подарок от супруга 52 года назад. Елизавета II познакомилась с Филиппом в 1934 году, когда ей было всего 8. При этом, по слухам, будущая королева сама добилась расположения принца и первая сделала ему предложение.